Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы показываем вам, представляем сорта лилейников. Сейчас у меня мы остановились возле сорта Painted Expression. Этот сорт у нас давно. У нас уже, я не знаю, сколько себя помню, наверное, лет 5-7 точно. Вот мы его оставляем и постоянно сажаем в места, которые получше. Почему? Потому что этот сорт достоин того. Кремово-розоватый он. И что у него самое интересное, это вот этот лавандовый глазик и лавандовая кайма. Лавандово-желтая каемочка по краю очень украшает цветок. Видишь, вот на таком кремовом основании лавандовый цвет. Но самое его большое достоинство – это плотность лепестков. Лепестки у него словно пластмассовые, пластиковые, вот такие вот. Их даже если, ну, так вот подвинуть, не особо подвинешь, потому что они ну, вот такие, как железные лепестки, как железный рыцарь. Вот. И цветет каждый год отлично. Повторяет свои данные. Вот это вот лавандовый глаз, лавандовая каемочка постоянно. Рост у него невысокий, это сантиметров, наверное, 45 от силы. Цветок размера такого среднего, 15-15,5. Ну, цветок очень достойный, и еще долго-долго будем мы его растить в своей коллекции. С такими данными, вот я говорила уже, пыталась его опылить с другими сортами, чтобы он передал вот эти свои качества, пластиковые лепестки, твердость лепестков. Многим сортам вот этого вот не хватает. Ну, посмотрим, как у нас получится. Надеюсь, что получится.